Всем привет! Начинаем путешествие с моими друзьями из туристической фирмы «Ларуси». Они организовали нам маленький экскурс по Москве. В частности, вот мы были в таком месте, которое называют «Флакон». Это бывший завод, на котором организовано пространство такое творческое. И просто действительно там интересно. Там можно провести целый день. И вот мы там были часа, наверное, 3-4. И то мы не все посетили, что можно там посетить. При входе тебе предлагают такую определенную программу. План этого завода. Вот видите, настоящий французский плов. Там торгуют всем. Вот организованы аттракционы различные. Куча людей с детьми. Немаловажная вещь такая, как бесплатные туалеты на этой территории. Различные кафе, различные конкурсы. Вот стена, на которой можно... каждый человек может взять пилок и что-то написать. Я тоже написал что-то такое про хорошее. Вот. Действительно, народ весь веселый, довольный. Там повезло с погодой, как раз мы были в то время, когда в Москве не было дождя. Сделана такая деревня, такие бунгало, где продают разные коктейли, мохито и что только не продают. Пирожки разные. Вот можно полежать, можно поплавать, можно на доске на такой покататься. Видите, там вот люди катаются на доске. Вот. Сильно интересно, есть организована большая сцена, но мы не дождались, там выступали какие-то певцы. Самое интересное, там девушка какая-то танцует. Здорово же, в кайф. Вот, а мы как раз попали на французские дни. На этом заводе, на этом флаконе. Кстати, француз организовал, построил этот завод, выпускал различные одеколоны. Ну вот, ну, в конце не смог выпускать много, и кто-то, видимо, перекупил это пространство и сделал шикарное место для отдыха. Просто очень, очень хорошее. Всем рекомендую туда мотаться, если есть возможности. Все это бесплатно, вход бесплатно. Конечно, внутри надо платить какие-то деньги за это. За то, что, к примеру, померить некую шляпку и тебя сфотографировали, что-то нарисовать, чтобы там еще что-то сделать. Ну, очень хорошо. Всем рекомендую. Ну, давайте попутешествуем. Вот эта стена большая, где все пишут. Детские конкурсы организованы. Ну, естественно, куда без продажи чего-то. Что-то продают. Посмотрите, как внутри это все. Дома расписаны различными картинами. Вот женщина, которая играет на мега-инструменте, шарманка, в которую закладываешь бумагу. Длинные листы с дырочкой. С дырочками она играет Марсельезу и вообще чего что играет. Очень много девочек, женщин вот, в этом месте, потому что здесь можно примерить шляпки различные, сфотографироваться. Видите, девушки примеряют шляпы разные. И гуляют. Всем весело, настроение хорошее. Фотографируются. Ну, отдыхает, собственно говоря. Что еще можно делать в воскресенье? В воскресенье надо отдыхать. Кто-то читает. Вот матрешка.
туда можно голову ставить и тебя сфотографировать. Старинные какие-то ретро-автомобили стоят, там тоже можно около них сфотографироваться. Девушка какая симпатичная, зелененькая. Она горошек рекламировала. Бондюэль, по-моему. А вот человек-муравей. Посмотрите, как шикарный. Вот он такой небольшой, маленький, но удаленький. Ну все, пока-пока. Все вам показал. Как мог, рассказал. Будете в Москве, заходите. Называется все это дело «Флакон». В интернете можете посмотреть. Все, пока-пока.